Здравствуйте! Сегодня хочу вам рассказать про павловнию. Павловния – это уникальное лиственное растение по своей скорости роста. Годовой прирост – 3-4 метра. Высоты 5 метров достигает за 2-3 года. Идеальный вариант для посадки в местах, где нужно за год-два создать хорошую тень. Продолжительность жизни до 100 лет. Павловния выдерживает мороз до минус 30 градусов по Цельсию. Это листопадное дерево с широкой, рыхлой кроной, необычно толстыми, несколько жесткими побегами и очень крупными светло-зелеными листьями. В молодости быстро растет. Имеет размеры от 12 до 30 метров в высоту и от 8 до 18 метров в ширину. Годовой прирост в высоту 40-50 сантиметров, а в ширину 20 сантиметров. Листья крупные, длиной до 30 сантиметров, а шириной до 25 сантиметров. Сердцевидные, зеленого цвета, сверху немного пушистые, опадают в ноябре. Цветки павловнии крупные, до 6 сантиметров в диаметре, фиолетово-голубые. Внутри с желтой полоской, душистые и напоминают наперсток. Бутоны зарождаются в конце лета, перезимовывают и распускаются весной, в апреле-мае будущего года, еще до распускания листьев. Корневая система мясистая, основные корни глубокие и ранимы. К почве неприхотливо, растет на любых, даже на сухих почвах. Не любит засухи и переувлажнения, плохо переносит сильные ветра. Кора восприимчива к механическим повреждениям. Благодаря своим масштабам павловния будет отлично смотреться как в одиночной, так и групповой посадке.